Так, 28 октября 2023 год, к сожалению, наверное, должен начать видеозапись Сатурна, потому как он уже текает за горизонт, прячется. Хотя у нас сегодня основное событие это затмение, частичное лунное затмение. Да еще и Юпитер. Слева Юпитер, справа Луна. Частичное затмение у нас сейчас 800 ISO. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Сейчас мне, наверное, придется уменьшить выдержку. Ну, примерно так. Так, 28 октября 2023 год, 23:06 по Киеву, в Запорожской области, возле города Орехов. Ну и у нас еще Юпитер близок к противостоянию. 3 ноября будет противостояние Юпитера, то есть он будет на ближайшем расстоянии от матушки Земли. Так, ну вот сейчас мы видим Юпитер и все четыре галилеевых спутника, да? Сейчас уменьшу выдержку и посмотрим, наверное, на кольца. Нет, не посмотрим. Ну, это дело такое. Не очень чистое небо у нас, никуда не денешься, и на том спасибо. Затмение посмотрели, ничего себе. Да. Ну, ладушки, это уже четвертый, по-моему, дубль. 23:09 по Киеву.